Добрый вечер, господа просматривающие. Вот для вас запущен был эфир. Здравствуйте. Здравия желаю. Можно ваш документ, пожалуйста, посмотреть? А у меня нет документов с собой. Нет у вас документов с собой? Ох, как печально. Да, нету документов. Представьте. Максим Андреевич, а зачем вам мои документы? Пройдемте за мной, пожалуйста. У нас тут на данный момент происходит некое мероприятие. Хорошо, давайте. А что же происходит? А, проходите. Ничего страшного. Здравствуйте всем. О, мясо. Так, подождите, я разрежу мясо, будем всем кушать, если кто хочет. Ой, это же молодой повар. Я хочу попробовать ваше фирменное блюдо, молодой повар. Долго что-то мясо ждать придется. Здравствуйте, ребята, а тут что у вас происходит? Веселите всех, типа. Хуйня какая. О, я знаю эту песню. Это отличная песня. Лениво начал тему. Шикарная песня. Товарищ, музыку включаем, пожалуйста. Хуй музон. Всем бродягам посвящается. Музыка классная у вас. И сочетание прикольное. Мальчишка вот готовит. О, мясо. Пятница вечер. О, кока-кола. 1000 лет не видел. Из магазинов убрали уже. Мальчик, есть еще порция? Немножечко изголодался я. Если кто-то сильно хочет кушать, могу дать консервы. Не, мальчик, какие нахрен консервы? Хочется вот именно мясо свежее, пожаренное. Сейчас тогда подожди. Где мясо дай? Так, вот, к столу все, прошу, сейчас. Как тебя зовут, поваренок? Как? Что за придурок с музыкой, я вообще хуй. Полицейская жалоба. Полицейская. Да, да, хорошо, хорошо. У меня жалоба, блядь. Очки сними. Положи в лапу. Что за хуйня тут происходит? Есть желающие. Так, делимся на команды, раздаем калаши, начинается Вторая мировая. Внимание, это несанкционированный митинг. Разойдитесь. Да я с удовольствием, да меня военный сюда отказал, приходи. Ну я ухожу тогда. Не-не-не, надо, стой здесь. Это мясо по Пакистану. У меня вот сейчас вот кукурузу вам открою. Мангал спиздил. Я уж извиняюсь, просто я вижу, угли надо было растрясти. Ладно, придурки, слушайте тут музычку свою. Слышишь, есть еще, Конечно, братуха, держи. Так, незаконное. Пошел нахуй, незаконное. Все законное. Ты кому-то... Так, тормозну. Слышишь, дай, пожалуйста, еще. Пожалуйста, что за музыкальное сопровождение? Все уже сейчас, наверное, набиваем карманы и пузики. И сейчас поедем на вторую часть нашего мероприятия. Ивент продолжается. Хорошо. Еще раз, я не услышал. Разрешите дать муха гражданину. Давай, брат. Товарищ полицейский, есть универсальный способ почистить уши. В одно ухо влетело, в другое вылетело. И вот этому балбесу дали, короче, оружие, и он так шутит, правильно? У тебя пушка, чувак, она людей убивает. Товарищ, пойдемте за мной. Кто меня позвал? Да что? Голова кружится, не понимаю. За вами идти? Пойдемте за мной. Давай, иду. А теперь все дружно ебаным работать на профсоюз. Так, все сюда. Все в автобус садитесь, ребята. За автобус садимся. А зачем? Находим свободные места, если свободных мест нет, автобус не стоит. Ковер с оленями, все такое видели? Все работает. Бля, места нет в автобусе. Эй. Эй, человек на букву Ч, иди отсюда. Позволь сесть, у меня есть для тебя подарок. Он дед, у него справка. Вот, не хочешь? Я знаю, что все люди на букву Ч любят вот эту штуку. Будешь? Положил на пол. Дедушка, пройдемте сюда. Кому места не хватило, садитесь в крузаки полицейские. Не, я тут посижу, все нормально. Куда мы едем? А куда мы едем? Что за мероприятие? Сидушек мало, блин, у нас в автобусах. Надо было, чтобы граждане... Сидит. Лиаза, не побольше. Смотри, сзади. Не держаться, в окно вылетишь. Давай. Дверь закрой. Да в душном автобусе двери закрой. Вонище тут вообще. Можно встать немножечко? Укачало. Воздухом подышу. А куда едем-то? Куда едем? Куда все поедут, туда и ты езжай. Чего? Отвернитесь тут. Наркоман, товарищ полицейский. Он тебя кольнул что-то. Слышите, по вене пустил. Я не хочу с ним ехать. У него сейчас эпилепсия начнется, и что с ним делать? Я к нему в рот не полезу. Водила, куда мы едем? А едем развлекаться. Товарищи, куда мы едем? Без понятия. Понятно.
Хорошо, что в жопу не ебать. Водила, а тебе что, куда сказано вести-то? Какое мероприятие сейчас будет? То есть там концерт или... К сожалению, ничего не сказали. Сказали заехать за первым автобусом и все. Это мобилизация. Чего? Ура, мобилизация, победа. Вы что, придурки? Хочу. Вот дебилы, хуйни, суд какой. Все будет хорошо, вы не переживайте. На ближайший год о вас позаботится. Вас накормят, вас оденут. Да Артурчик. У меня и так все есть. Я сюда, что, я сюда приехал, Турик. У меня все с кайфом тут, в Пакистане. Я рядом. Блять, что вообще нахрен происходит? Едем кайфовать, а чайхану заедем, там, кальян туда-сюда. И оружие дадут, и звание вручат. Да вы ебанулись, что ли? Остановите, я выйду, я приезжу. Да я приезжу, мать вашу, я приезжу, блять. Да сиди, не очкуй, дед, ты чё? Я сейчас обделаюсь, наверное, может... Лисы мы уберем. Мальчишки? Ну, пассажиры, еще как к вам обратиться, блядь? Давай, пассажиры. Во-во-во-во, там, посмотрите, авария. Давайте поможем. Вам помочь, перевязать, может? Авария там произошла. Кого ты перевязывать собрался? Ты бинты-то это, придержи. Товарищи, блядь, что вы молчите вообще, я не понимаю. Да я вообще не понимаю, я проснулся, меня в автобус посадили, я тут часа 4 катаюсь на нем. Водила, нам долго еще ехать на концерт? Остановите, или я взорву нахер автобус. Дети, блядь, какие-то едут, ругаются. У нас сейчас какой-то будет спектакль, это что ли? Мы не это дети, друга летчик. А куда детдомовцев везут? Мы их вывозим. Куда вы их вывозите? Тоже отец. Вы меня вывезете сначала, нет. Чепуха. Куда детдомовцев везете, мрази? Курица, аккуратней. Ой, не сбил. Сбивай. Курица! Куды? Если сбиваешь животное, нужно воспользоваться благами, которые предоставляет его тело животного. Кошмар. Реальный кошмар, просто не... нас в ад везут, похоже. Я слышу голос демона какого-то. У меня крыша едет уже, что происходит? Эй, пассажир! Скоро приедем. Да нихуя не скоро мы приедем, нам сказали, что скоро, это, блядь, это какой-то прикол. Прямо проезжаем. Оба. Это здесь концерт будет? Мобилизованный. Все те, кто прибыл, выходим из автобуса и подходим к казарме, которая находится по левую сторону от автобуса. Салам алейкум! Куда пойдем-то, ты чё, ебанулся, что ли? Непосредственно все... Мобилизованные находились в казарме. Какие нахуй мобилизованные? Вояка, ты что там, пизданулся, что ли? Нет. Ты ебанулся, что ли? Давай убежим, дед, быстрее пойдем. Так, выходим отсюда. На выход. Да заткнись ты, наоборот, говорит. Что вы хотите? Зачем привезли? Где концерт? Где еда? Какая казарма, блядь? А что несете-то, ебанурот? Объясните, пожалуйста, что происходит тут? Откройте огонь кто-нибудь. Скажите, пожалуйста, что происходит? Я домой хочу, какая казарма, блядь? Какой служить? Я не слышу, у меня голоса в голове, блядь. Что вы говорите? Гражданин, повторяю. Пройдите в казарму. На кой хуй в казарму? Объявлена общая мобилизация по республике Пакистан. Проводим медосмотр. Если вы годны к воинской службе, отправляем вас в зону боевых действий. Вопросы еще у вас есть? Либо в казарму, либо в камеру. Знаете что, Паш? Понятно. Ничего страшного. Хорош, хорош. Да какого хуя? Я никуда нахуй не пойду. Вставай давай. Че вставай, мне что сказали сделать? Правильно, так и надо. Так и надо. Пиздец. Ребята, что происходит? Молодой человек, как вы? В порядке? Если вы не хотите смотреть, ничего страшного. Медосмотр пройдет, если действительно вы не готовы. Какую? Где? Отправитесь дальше заниматься своим делом. Где казарма? Проверим. Вот молодой человек вас проводит. Да я за молодым человеком пойду. Гражданин, проходите. Ребенка хоть не забирайте. Не, я ухожу отсюда. Это клоунада. У меня дела еще, блядь, сегодня были. Каких дел я приезжий, мать твою? Да я не слышу ничего, тут балаган, блядь, какой-то. Миша, иди сюда. Давай, Миша, пиздуй. Женщина просит одну. Че за тобой? Давай уже все, на волю меня отпускай, все. Да какое обследование? Ты че мне хочешь? На член посмотреть, что ли, пидовка? Какое нахуй обследование? Проводите человеку. Нахуй. Пойдем в дальнюю казарму, в дальнюю комнату пойдем. Сюда? Заходите. Женя, это не ты? Да
здрасте. Что здесь происходит? Мобилизованный. Что здесь происходит? Здравствуйте. У вас есть какое-то заболевание? Мальчик, я не слышу тебя. Сейчас слышно? Да, слышно. Повторите вопрос, пожалуйста, громко. У вас есть хронические заболевания? Да. Все мужчины, которые... Ноги больные у меня. Бегать не могу. Ну посмотрите, вы же врач. Но я не вижу ваши ноги, к сожалению. А так видите ноги? Пожалуйста. Я штаны вот здесь положу. Ну или так. Давай, сюда вводите. Ну я не слышу, мальчик, что ты говоришь вообще? Кто это, блядь, вообще? Кто это? Что это, блядь? Ты кто? Ты что ты здесь делаешь? Уйдите, пожалуйста, из этого помещения. Вас надо отправить на особое осмотрение. А зрение у вас нормальное? Погромче говорите. Ну, мальчик, ну не слышно. Балаган тут полный. Зрение у вас, нормальное? Ну, проверьте. Тут даже нет этой, как она, штуки. Я не могу проверить. Тут... невозможно работать, просто. Я согласен. У меня со слухом проблемы, судя по всему. Я могу вам сказать, что вы негоден. Вы негодник. Так, этот человек негоден, у него проблемы с ногами. Понял, сука? Проблема у меня, все. Баллон с газом, чтобы разорвало. Все, выпускай меня отсюда. У меня голова кипит уже. Иду, иду. Сейчас откроем. Это мои наручники. Это мои наручники. Это мои наручники. Я вам отдам, когда вы отсюда выйдете. На землю положите. Какие-то хронические заболевания. На, забирай. Твои. Вон лежат. В туалет хочу, можно сходить? Проходите. Приходите за мной, проходите. Ты чё подглядываешь? Я уже давно понял, что ты на член на мой хочешь полюбоваться. Ну зачем так напрямую-то при всех? Иди отсюда, гомосек. Вы что, в душ, в туалет, товарищ, да? Ну пописать-то можно сюда, правильно? Писать хочу. Это не, нельзя, мы тут моемся. Вы что, в душе не писаете? Пойдемте за мной, если вы не годны, мы сейчас вас отпустим. Нет смысла вас тут держать. Ну а что мне, в штаны нассать потом? Там туалет на улице есть, пойдемте. Я тут хочу сходить, тут быстро. Ладно, сейчас я член запакую назад тогда и выйду. Все, хорошо. Все, я свои дела сделал, можем идти. Вы с дверью еще не разобрались, блядь. Чего вы меня гоняете? А зачем вообще дверь закрывать? Я свободный человек, блядь. Ты свободный человек, другие ломятся. Иди. Что за балаган тут происходит? За мной, за мной. Иду. Правильно, стреляю в них всех, нахуй. Вам придется немного подождать сейчас. Остальных негодных сюда приведу. И вас всех дружно выпустят. Хорошо, а погулять тут можно просто, нет? Извините, часть все-таки военная, так сказать. Хотите, можете вот туда зайти, отдохнуть в том здании, получается. Хорошо, спасибо. Почему они не в казарме? С чего бы я в казарме должен быть? Я вам сейчас дам задачу охранять вот этого человека. Чтобы они не разбегались по базе, чтобы их не стали. Братан, смотри, короче, у меня есть 400 рублей, давай цедам, нормально. Ты деньги ему, что ли, предложил? Вот, возьми, да, да. Давай вот скинемся. Вот, вам нужно будет вот этих вот двух людей. Их жрать здесь, не выпускать. При попытке на вас напасть или причинить какое-то это, стреляйте на поражение. Какое нахуй поражение, блядь? Эй, слышь, дай еще денег, у тебя есть. Я знаю, как добазариться, короче. Эй. Че тебе? Ты один тут? Вот. Эй, ты слышишь, отойди отсюда, отойди, ты хочешь или нет? Отойди вот туда куда-нибудь, в сторону. Мы с тобой о чем договаривались? Да уйди в сторону, ради бога. Понял. Идиот. Тут, короче, что-то трубу прорвало, не видели? Сейчас я, погодите, смотрите тут. Мне нельзя тут. Ну вы, я отойду, посмотрите, там вот что-то там, короче, какое-то непонятное. Прям по центру комнаты. Ох. Какая-то аномалия какая-то. Аномалия. Давайте мы отойдем, вы посмотрите. Там... посмотри, пожалуйста, в той комнате что-то вот непонятное там происходит. Вот прям по центру комнаты вот какое-то привидение лежит какое-то. Не могли бы вы посмотреть? Это очень страшно. Как бы я не экзорцист. Давайте мы отойдем вообще, вот, чтобы у вас на виду быть. Вот вы что, тупой, что ли? Ну не можете вы зайти одной ногой в комнату, поглядите? Не подходи к нему, ты его смущаешь. Он не... Я туда не зайду, не надо, нет. А вы можете отвернуться тогда вот, или как? Вы можете хотя бы... Во, отлично. Отверни, не поворачивайтесь, сейчас не поворачивайтесь. Я не буду дверь открывать, обещаю. Починить нужно дверь, и тут петли слетели, сейчас нужно вот изолентой, короче, не знаю, как сделать... Не можете посмотреть повнимательнее? Вот что-то аномалия какая-то с дверью. Отойди от двери, придурок, блядь! Нормально дверь работает, прикинь? А вот посмотрите, там вот под дверью вон какой-то петля, что ли, слетела, или что вот это вот? Что вот это вот такое лежит под дверью? Что это? Даже не что вот это, да, под дверью, казали, лежит?
Нам сказали, что тут ярмарка, вот билеты вот эти вот, билеты вон у вас под ногами лежат, вот это наши... Отдай назад мне! Обратно? Они со мной, нормально. Ага, все. Отдай билетики, слышь? Сейчас попилим. Какое попилим, блядь? Вы ожидаете в этой палатке, вас автобус обратно вернет в город. Брат, зачем мне тебе открывать? Возьми, пожалуйста. Нахуя ты попилил-то их, блядь? Надо две. Тебе две? Что ты говоришь? Что ты слишком наглый, видишь? Ты чё, дурак, что ли, блядь? Ты чё мне угрожаешь? Ты мы в одной лодке, идиот. Давай вторую купюру, короче. Ты умеешь ее разве втюхать в вояке? Ты можешь втюхать нормально купюру? Заебал, блядь. Знаешь, я работать на заводе. Ой! Стоп, стойте, нет, погодите, я нашел что-то невообразимое. Смотрите, что-то невообразимое. Мне помощь нужна вот с этим. Не могли бы вы взять? Вы не могли бы взять вот эту вещь? Я захожу. Но не могли бы вы взять вон ту, вон... Ну, давайте там в кустах лежит, блядь. Слышишь меня? Обратно зашел. Ну, там в кустах лежит, вон, в кустах. Зашел, блядь, обратно. А я бывший контрактник. Молодой человек, вы автобус служил? Да, конечно. Я там обронил случайно, вон 200 рублей, 400 рублей потерял. Деньги я проебал. Ты дурный, что ли? Когда выпустят? Да вояка даже слушать не стал, блядь. Поговорить нужно, не выбегу, здесь стою. А хули толку-то мне от этого подгона? Посвети фонариком, пожалуйста, я буду разговаривать со своим другом. Отойди, пожалуйста, отсюда. А я что, не с вами, что ли? Нормально, мы, короче, с ним это взятку менту хотели дать. Да, и что, он отказался? Есть деньги, еще можно, возможность есть дать взятку. Во, заебись. Есть немного, мои последние сбережения. Я точно знаю, как... Я смогу, мы свободны будем, это дохуя. Смотрите, что я могу взять. Что, блядь, происходит? Господа военные, ой, плохо, сейчас умру, нужно срочно что-то, перевязаться нужно. Ой, надо вообще, откройте дверку, посмотрите, что за рана у меня какая-то, блин. Я порезался, всю руку расхуячил. Да надо что-то придумать, блин. Я придумал, надо, короче, нужен доброволец. Мы ему чуть-чуть крови пустим и скажем кровотечение. Они увидят. Да даже сам доброволец начнет паниковать и реалистично звать на помощь. Ну да. А есть чем поразиться? Конечно, есть. Кто будет добровольцем только? Ножик у меня. У меня товарищ. А у меня цвет кожи белый. Ну все, ты типа предназначение свое выполнил уже. Давай чуть-чуть резану и все. И зови на помощь. Пошло. Помогите, человек кровью истекает. У нас человек кровью истекает. Откройте, у нас человек истекает кровью. Казарм, заеди. Человеку плохо, очень плохо человеку, пожалуйста. Вот я могу показать, обо что он порезался. Полицейский, давайте покажу, обо что он порезался. Вот этот человек на букву Ч порезался. Вон он уходит. Давайте покажу, обо что он порезался. Пойдем. Он своим традиционным занимался, оригами собирал, короче, вот и порезался. А вот это не могли бы вы изъять и помочь нам вот как бы... Блин, за криком не слышно никого, ничего. Да, возьмите, пожалуйста, об этом бумагу собирал оригами. Это будет считаться как за взятку. Нет, возьмите, а то еще порежется, не дай бог кто-нибудь. Имею право брать. Да как ты не имеешь, то возьми уже, блядь, выпусти нас отсюда, нам, у нас там детишки там в подвале. Я не ответственен за это, у нас есть товарищ комиссар. Позовите его посмотреть, она... Эй, ебани доской вот по этому придурку. Он просто не уважает, короче, этих, ну, вашего цвета, и я считаю, вообще нужно отпиздить. Какой-то он не такой. Расисты. Расисты связали. Я могу вам показать, чем его связали. Я так вижу, веревкой. Ну нет, там было, там нюанс был один. Давайте я покажу. Это там лежит, в другой комнате. Нюанс лежит. Граждане. Ну. Как только военный. Зайдет, нападайте. Вы слышали, что он сказал? Ты в меня попал. Ты что, рожу начистить? Да ты придурок, что ли, блядь? Нахуя ты это делаешь, дебил, блядь? Вам сказано, что было? Успокойтесь, идиоты, блядь. Отошли все друг от друга на 2 метра. Придурок малолетний, идиот, блядь. Там же сказали, четкие указания даны были. Все вот вышли, все вы. Вот вы втроем. Все вышли, кроме того, кого избили. Ну тебе че, вот твой бог это кто? Гражданин, вам непонятно было? Отойдите вон туда, ту палатку. Я отошел, все.
Скажи мне, твой бог это кто? А твой кто? Блять, ответь на вопрос. Вот он, наш бог, видишь? Он что сказал? Шепни на ушко. А можно мне, у меня к доктору тоже надо? У меня... Нет, отойди! Отойди, мальчишка, мальчишка, отойди, мальчишка! Я приведу его в чувство. Это кто сделал? Долбоёб, сука.